Детям по сколько лет говорить? 10 и 12. Почему 9? 8. Ну ладно, в общем, в сентябре исполнится 9. А да 8 будет. По твоим детям будет 8 и уже 10 есть. Ладно. Пожалуйста, посчитай. Точно ваше. День рождения будет. 2 сентября. Точно 2. Внимательно. Ваша страховка объясняет. День рождения. Отдел по работе с гостями я вам показал. Да. Как раз для таких моментов подойти, он существует. То есть, если хотите сюрприз ребенку сделать, либо еще что-нибудь, 1 числа подойдете. Пишите этот вопрос, как и где это может быть сделано, каким образом. Есть платные варианты, что-нибудь есть. Ну, ребенок типа шампанское, пакет шампанское и так далее. Но мне кажется, будет 7 лет. Символический портик, там что-нибудь, что-нибудь доделают, да? Объясняют, как вам нужно это сделать. Все, отлично. Хорошо. В отдел по работе с гостями. Теперь, то, что касается мне, самое главное, ваша безопасность, ваше здоровье во время вашего отдыха. Так как ответственность несет мне и непосредственно мне. Дело в том, что во время отдыха бывает абсолютно всякое. Человек может заболеть, травмироваться, ну всякое. В случае чего у вас есть вот номер телефона, вы из 90 начинаете, вы почувствуете. В случае чего обращаемся к этому номеру телефона. Так. Вам отвечают русскоговорящие операторы, задают ряд наводящих вопросов. Какие вы будете отвечать? В том числе название страховой компании спрашивает, номер страховой полиса спрашивает, период действия, это дата заезда вашего, дата выезда, естественно, фамилию, имя больного, у вас симптомы такие, после чего решает приехать при отеле вам оказать медицинскую помощь, либо прислать за вами машину забрать в поликлинику. Поликлиника в Кимбере находится, поэтому реагирует очень быстро. При обращении в страховую компанию вы оплачиваете только вот эти 30 долларов, это обязательно оплата франшизы, остальное все покрывается. Так как у нас медицина дорогая, допустим, отельный врач может только за консультацию 30-40-50 евро, там не шиша. Опять же, по-моему, эта страховая компания сотрудничает, то есть отельный врач сотрудничает с клиникой, с которой сотрудничает ваша страховка. Если отельный оператор страховой компании может направить вас к отельному врачу, только в этом случае мы все обращаться. Понятно. То есть не надо будет никуда ехать, вы можете подойти к нему, также оплатить машину, и все, назначение, лечение, все вам. То есть сейчас еще франшиза не оплачена, да? Это только при активации, при обращении. А, все, хорошо, в первую очередь. Не покрывается аллергия, солнечный ожог, зубные боли, хронические заболевания, травмы, полученные по коленам. Ну и некоторые женские касаются изменений. Если не опыт, то, что написано, почитать много чего не так понятно. Солнечный это вот основное. Ну понятно. Берегите. Первый день, хотя бы сегодня, пусть бассейн часто плавится. А может, кто-то на море побудет и плачет? День-два. То есть не так с утра зашли, только вечером были. Вот в этот момент ребенок может перегреться, плюс бассейн. И идет аллергический процесс. Аллергический процесс, ну что, два дня надо держать комнату, как децамин. Не важно, сколько лет, до 12-13 лет идет акклиматизация. Первый день, особенно первый. В принципе, ничего страшного, но бассейн покупались выше, ну не так, что болезнь. Ну, бассейн, я считаю, это нельзя категорически. Ну, это я уже от себя не советую. По отелю есть вопросы какие-то? Ну, по отелю расписание что-то мы не понимаем. Кушаем практически да, 24. 4 часа, то есть тут, в принципе, главное. Просто где это нужно, между ресторанами, да, перепишется. Ну, то есть не в ресторане, а где-то, ну, то есть на каких-то... Ну, разные там есть. Есть, да. Не волнуйся, с голоду не помрешь. Не, я имею в виду, кондитерская что... есть. Кондитерская, да. Вот этот главный ресторан.
посылки с ними. До скольки я работаю? Ну, практически 24 часа. Ну, периодично 2-3 часа можно работать дальше. Допустим, утром 7, завтра будешь спать. 12 обед до 2.30. Ужин с 7 до 9.30. С 10 вечера до 12 ночи до. С 2 ночи до 7 утра опять не работает. Не страшно. Внизу на минус первом этаже есть Олимпус. Если на то крыло пройти, спускайтесь. А, вниз это второй ресторан. Вот, на Аликард где записываться? Мы что-то про... Я сейчас дойду. Внизу есть еще один ресторан, он поменьше. Допустим, здесь завтра до 10, там до 10. Он поменьше. Выбор еду, естественно. Такой же режим возле Олимпуса одного, который есть еще два ресторана. Это как раз таки бесплатный ваш ресторан, который вы можете, о котором воспользоваться. Это турецкая кухня или рыбный ресторан. Они рядом с Олимпусом. Помимо этих еще двух бесплатных ресторанов, есть дополнительные три еще алика, то есть их пять. Три платных. Итальянская кухня, китайская и барбекю. Итальянская барбекю 7 евро, а китайский 5 евро. Неважно, взрослый или ребенок. Дети определенного возраста не ходят. Ну понятно, у нас уже ходят. По телефону там можно заказать. Да? Забронировать по телефону, это можно клиентам. По телефону 58-50. Вам давали при выезде такие бумажечки, на эти бумажечки. В номере? Да, в номере, да, точно. Вместе с крючком давали.